Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «Чем питаются птицы и звери?». Сегодня на уроке мы с вами научимся определять, о ком или о чем говорится в тексте, и понимать, что хотел сказать автор, прогнозировать содержание рассказа по заголовку. И отправимся мы с вами в зоопарк. А кто живет в зоопарке? Правильно, много разных животных. А вот кто будет экскурсоводом в нашем зоопарке, вы узнаете после того, как отгадаете загадку. Любит прыгать и летать? Хлеб из зернышки клевать. Вместо «здравствуйте» привык говорить всем «чик-чирик». Верно, это воробей. А теперь послушайте стихотворение Самуила Маршака «Где обедал воробей». Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткою у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. Ел морковку у слона, журавлем поел пшена. Погостил у носорога, отрубей поел немного. Побывал я на перу у хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде у мохнатого медведя, а зубастый крокодил чуть меня не проглотил. А теперь ответьте на вопрос, где происходит действие, какими качествами обладает главный герой, что может произойти дальше, какие советы нужно дать воробью. Откройте рабочую тетрадь на странице 38, задание номер 1. Пишем правильно и красиво. На первой строке напишите сочетание «о-ро». На второй строке запиши слово «воробей». Запоминаем правильное написание слова «воробей», так как оно является словарным, к нему невозможно подобрать проверочное слово. На третьей строке запиши вопросительное предложение. Смотрите схемы к слову «воробей». Выберите правильную схему слова. Правильно. Подходит вторая схема. В слове «воробей» три гласных, три слога, третий слог ударный, два твердых согласных и два мягких согласных. Задание номер 3. Составь сюжетную карту с помощью рисунков. Пронумеруй последовательность появления животных в тексте. У кого нет тетради, выбери персонажа и нарисуй его. А теперь мы с вами вспомним правила переноса слов. Переноси слово по слогам, не оставляй и не переноси одну букву, не отрывай буквы, мягкий знак и краткую от предыдущей буквы, удвоенную согласную раздели. Прочитаем выделенные слова из стихотворения и разделим их для переноса. Делим голосом слово на слоги. Во-ро-бей. По-пил. По-ел. По-бывал. Кен-гу-ру. Крокодил. Ребята, сейчас мы с вами проведем физминутку. Буратино. Буратино подтянулся, раз нагнулся, два нагнулся, руки в стороны развел, ключик, видимо, нашел. Чтобы ключик тот достать, надо на носочки встать. Прочитайте казахскую народную сказку «Волк и лиса». Однажды в степи встретились лиса и волк. Лиса сильно испугалась. Виляя хвостом, она мягко завела разговор. «Я вижу, что ты, милый дружок, сильно исхудал. Я найду для тебя вкусную пищу. Следуй за мной. Тут недалеко в оставленной зимовке стоит юрта, а в ней никого не видно, и собачьего лая не слышно. Я пробегала мимо и слышала сильный запах мяса». Волк ей отвечает. «Милая сестра моя, как мне не исхудать, когда я уже несколько дней голодаю? Разорвал бы на части любого и сразу проглотил. Не мешкая, веди меня туда». Они побрели к юрте, раскопав небольшое отверстие, вошли внутрь. К удивлению, в юрте никого не было, а в казане варилось мясо. Ответьте на вопросы, с чего начинается действие сказки, объясни, почему лиса сильно испугалась, почему волк назвал лису «милая сестра моя», что случилось с героями и дальше. Придумай продолжение сказки. Теперь мы с вами выполним последнее задание в рабочей тетради. Вам необходимо выписать первое предложение сказки, подчеркнуть твердые согласные синим цветом, а мягкие зеленым. Вам необходимо запомнить, что после твердых согласных всегда идут гласные А, О, У, Э, И. Если же после согласных стоят И, Е, Ё, Ю, Я, то эти согласные мягкие. Сегодня на уроке мы с вами закрепили правила переноса слов, запомнили правильное написание слова «воробей», так как оно является словарным, прочитали казахскую народную сказку «Волк и лиса»,
научились находить твердые и мягкие согласные буквы. Ребята, вы большие молодцы. Теперь мы с вами проведем рефлексию. Если вы довольны своей работой, то вы выбираете веселый смайлик. Если вы на уроке работали неплохо, то вы выбираете серьезный смайлик. Но если же на уроке вам было трудно, то вы выбираете грустный смайлик. На этом урок подошел к концу. Спасибо за внимание.